Всем привет! Дорогие друзья, сегодня мы собираемся показать вам водогрейную установку проточного типа, которая поступила в продажу уже в феврале 2018 года. Она успешно прошла ряд испытаний, и вот уже данная установка завтра отправляется к своему первому владельцу. В 2016-2017 году увеличился спрос на так называемый горячий бетон. Соответственно, и увеличился спрос на бетонные заводы во всесезонном и зимнем исполнении. Нашей компании была поставлена задача обеспечить заводы производительностью от 60 кубических метров бетона в час достаточным количеством воды, чтобы выдать свою заявленную производительность. Итак, что мы здесь видим? Данная водогрейная установка осуществляет нагрев воды с помощью двух контуров. Первый контур — вода поступает из центрального водоснабжения. Именно данный контур и нагревается в котле. Котел оснащен горелкой итальянского производства, которая в свою очередь работает либо на дизельном топливе, либо на газу. Далее он встречается со вторым контуром в теплообменнике, вода в котором нагревается до 65 градусов и поступает в специальную емкость. Насосы, запорная и предохранительная арматура также итальянского производства. Данная водогрейная установка может работать как с системой центрального водоснабжения, так и с водой, поступающей непосредственно из скважины, то есть порядка 5-7 градусов. Нагреваю ее до 65 градусов с производительностью 10 кубометров воды в час. Чтобы обеспечить бетонный завод производительностью 60 кубометров в час, потребуется колоссальное количество воды, соответственно, большая емкость. Данная установка имеет компактные размеры. Выйдя в рабочий режим, потребляет порядка 30-35 литров дизельного топлива в час. Несмотря на небольшую стоимость, данная водогрейная установка проточного типа позволяет обеспечить ваше производство бетона 10 кубическими метрами воды в час. Похожих конкурентных предложений на российском рынке пока не обнаружено.